Всем привет из Киева, столицы Украины. И сегодня с вами Санта-Клаус, или по-настоящему Дед Мороз, который в киевском планетарии посылает вам привет с наступающим Новым годом 2017. Я поздравляю всех своих коллег-энтомологов, пчеловодов, зоологов, людей, любящих природу, которые аматоры или природолюбы, натуралисты. Всех, кому нравится природа, кому нравятся вот эти замечательные создания, которые летают вокруг нас и нам облагораживают и украшают жизнь. И заодно приглашаю вас на выставку вот этих интересных созданий, которые экспонируются на выставке «Планета бабочек», как одна из планет, которая экспозируется в киевском планетарии около метро «Олимпийская» и работает с 10 до 19 часов вечера. Так что можете даже вечерком заглянуть вот в тот зал, где экспонируется планета бабочек с красивыми разными дневными бабочками, которые там греются на искусственном солнышке, летают и радуют всех своей красотой. А кроме того, вы можете даже себе купить вот такой интересный сувенирчик в такой вот коробочке. Ну, если вам хочется приукрасить свое жилище или свою дачу, или красивый свой кабинет, то тут все бабочки на разные вкусы, тропические, дневные, ночные, и даже есть огромные толстые жуки. Так что всем привет, поздравляю с Новым годом, наступающим 2017, желаю всем благ, здоровья, успехов, хорошего настроения и благосостояния в следующем году. Пока-пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, и пишите комментарии. С вами был Behavior and Entomologist Ukraine. Bye-bye!